Поздоровайся. Здорово. Это, короче, брат Картавого. Вот. Армии пришел, демилизовался. Вот. Служил, короче, в спецназе элитном. Вот. Кукурузу охранял. Так, купить, оплатить. Так, а мы, короче, едем брать кредит. Тачку. Лизинг. Ну, это чисто лизинг, это стасовская тема. Вот, привет, Стас. Передаю тебе пламенный привет. Мы тебя очень сильно любим. Так что знай, мы не со зла. Вот. Я понимаю, что ты работаешь в лизинговой компании. Блять. У меня демка работает, да? А, ну все, заебись. Как, Никитос, как твое предположение? Охуенная ли тема лизинг на проекте у нас? Ну, лично как я считаю, что это максимально хорошая тема, потому что вместо того, чтобы просрать свои бабки в казино, ты отдашь их просто за кредит. А если не отдашь, придут приставы и заберут у тебя тачку. Так что, ну там в любом случае придется отдать. Так, сейчас я возьму один кредит, который мне дали. Вот. И мы возьмем тачку. У меня есть лям 600. И я думаю, что бы взять. Что взять? Теслу взять. Гелик второй взять. БМВ. Блять. Так. Что тут? Взять в лизинг. Так, хуизинг нахуй. Так, сука. Так, что он? Лям 600, да? Вот что я хотел взять. Ламборджини. Лютая тачка. Очень лютая. Потому что Никитос помнит, когда у нас суровые взять в лизинг. Так, на сколько взять? На 180 дней или на 90? 180 дней — это нихуя. Это до хера, блять. 80 косарей. Ну это да, да хера, ну полтиннику выкладывать в день. Да, полтиннику выкладывать. Не так уж много. Ну да. Ну и 80 тысяч тоже. Охуй, ладно. Вводим пароль. Оплатить наличными. Все. Взяли в кредит Ламборгини. Ламборгини. Надо на нее теперь крутые номера поставить. Короче, тачка стоит своих денег. Тачка сзади бронированная. Вот. Тачка в кредите. Все. В рабстве нахуй. На 100. Сколько 180 дней? Это сколько месяцев на? Ну, 3 месяца 180 дней. 3 месяца? Ты что гонишь? Это 90 дней. А, ну вот еще эти 90, полгода. Поебать, полгода в кредит, блядь. Как и скоро ипотеку, наверное, начнут давать на проекте, блядь. Так, оплата перевода, лизинг. А, что вы хотите? В смысле, что вы хотите, блядь? Наверное, завтра. Завтра, скорее всего, будет оплата. Проверить счет личный. Ну да, вот у меня есть тут. Заплатить за лизинг. Лизинг. Ну, там, скорее всего, будет, наверное, определенный счет раз в день выставляться, который ты будешь гасить. Так, проверить. Так, личный счет, снять личный 444, вон дали. Так, теперь оплата лизинг. Ну, Стас генеральный директор лизинговой компании, так что обращайтесь. Так, вот, первую оплату сделали. Еще, ого-го, сколько платить-то. Ладно. Ну, тачка стоковая. Ее еще придется ФТшить. Вот, надо какие-то номера так на что нее. Еще один лизинг придется брать. Да. Лизинг, блять. Вот следующий лизинг будет брать Никитос. Влезет, короче, он в лизинг.
ночевал Пикадор. Да. А, ну Пикадор для него. Он возьми, короче, этот QC, нахуй, лизинг. Поскольку там... На 180 дней. Поскольку там по 1800 в день платить, блядь. Сука, что, нормально. Кстати, для новичков это вообще, блядь, идеальная тема, блядь. А ламба топ. Надо, короче, будет эту бэху тоже в аренду впускать. Сейчас какие-нибудь номера присмотрю. Так, а номера у меня вроде есть черные какие-нибудь. Пока с простыми номерами. Вон, KFC номера поставлю. А вон я вот эти поставлю. АУЕГУ. Как-то так и никак иначе, блядь. Так, а что у меня получается? Авто, настройка, дом. Так, дом. Вот это сразу в дом улетает. А на парковку? А что парковка не открыта, блядь? Что, типа она уже закончилась у меня? Вон это у лизинг взять, вон, 1000. Двушка, ебать. Сука, взять по приколу ее в лизинг, нахуй. А сколько там первоначалка? 40 тысяч, блять. Кулик брать, ну тоже пизда, нахуй. Рабство. Вот такой, если такой Rolls брать, еще заебись, он и. Это ГОСТ? Да, он хуярит, нормально едет. Он тест-драйв, нахуй. Егор, этот эвакуируешь, как он, бомжовскую эту тачку. Так. Да тут уже тут ментяра, блять, уже ходит, тусуется, блять. И 88 в день на 90 дней, правильно? Ну. Все, оплатить картой. 358 пишу. Купил. Че, будем брать тачку снова? Да, меняй фишки. Вон, вот. Регистрируй его, нахуй. Номера ставь. А мне надо дома доехать. Мазать. Ну стой, куда ты, ебать, заебал, бегаешь как. Хуя у тебя сапоги, слышь. Типидаренный, блядь. Сколько у тебя денег? 300. Салам алейкум. 380. Салам алейкум, салам. Сколько у тебя? Машинка ваша, нет? 380. Какая? У меня. Вот эта вот соска стоит. Синенькая, ну или фиолетовая. BMW так BMW. Она не промахнуться. Не взять какую-нибудь хуйню. Так, Ubermatch V86. Цвет черный, салон белый, да? Черный салон бери, белый. Иди номера себе где-нибудь ставь. Или у меня там дома валяются номера. У меня на Мазбанке вроде бы какие-то. У меня черные номера. А он к дому поехали, к моему, где четвертый магазин. Сейчас забегу, посмотрю. Сейчас я съезжу, уберу шилдики, затонирую хотя бы тачку. Вот, колеса на нее. На колеса стоковые, наверное, ставлю. И все. Братва, не забываем подписываться на канал. Ты в кредит взял? Блять. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Какую бы вы машину взяли бы? Кредит. Вот. Вы вообще думаете об этом? Затонировать ее по-любому надо. Так, шилдик. Ладно, братва, давайте еще раз ставим лайки. Всем, кто кушал, приятного аппетита. С вами был Славян. И всем пока-пока.